Всем привет, с вами сайт Soulfinder. Сегодня у нас в студии кроссовки N1. Не из новой коллекции, но они нас все равно привлекли. Саботаж. Саботаж Мид 10 размера. Эти кроссовки можно смело назвать неким продолжением линейки Тайчи. Ну, не линейки. Линейкой ее сделали производители. Выпустили 2 Чи Мид, потом ТГР Тайчи. Но это уже не то. People не вставляет. Кроссовки, особенно вот в этом ракурсе, на первые Тайчи похожи сильно. Такой вот захлёст полукругом, замша, шнурки с обрамлением двухцветные. Ну, сама модель, она очень приятная. Особенно приятна вот эта часть, замша, нубук и глянец под змеиную кожу. Сочетание супер. И модель становится сразу привлекательной. Белый акцент на подошве разбавляет такую мрачную. Паренек куда-то бежит. Новый логотипчик N1. Ну, относительно новый, сравнительно. Надпись N1. В 10 размере кроссовки весят 435 грамм. Что, в принципе, не очень много. С одной стороны. С другой стороны, технологии обязывают. Здесь есть некое подобие Air Max. Оно с внутренними такими полостями, как отдельные секции. Более жесткое. Хотя нет. По ощущениям. Ну, это вот с внешней стороны здесь более жесткая, здесь площадь меньше. А с внутренней стороны нормально. Вот вы видите, как проминается кроссовки N1 Саботаж Мид. Продаются во всем мире во многих цветах. Есть очень классный желтый цвет. Вместо глянцевой черной части идет желтый, и подошва черная. Вот черно-желтые, они, конечно, очень сочные. Но вот этот вот Royal Lux, Люкс Делюкс, он тоже очень привлекательный, на мой взгляд. Мы, конечно, знаем отношение баскетболистов к фирме N1, но вот если здесь менять логотипчик, то кроссовки очень даже. А если не менять, то это N1, который выглядит очень солидно. С вами был сайт Soulfinder и видеопрезентация Саботаж Мид. Всего доброго.